Физкульт-привет! Сегодня, друзья, по вашим многочисленным просьбам мы будем говорить о Military Press, жиме штанги стоя, военном жиме. Очень много названий и очень много заблуждений касаемо именно этого движения. Сегодня разберем от А до Я, все разложим по полочкам, и у вас больше не останутся никаких вопросов. Погнали! Жим штанги стоя является базовым упражнением для всего плечевого пояса и конкретно для дельт, так как участвует в движении больше, чем один сустав. Движение также включает в работу множество мелких мышц-стабилизаторов и укрепляет мышцы кора. Вот почему не стоит применять тяжелоатлетический пояс во время выполнения упражнения на 6 и больше повторений. А на меньшее количество повторений я не рекомендую вам это делать, по крайней мере, на начальном этапе, пока вы не обретете определенную силу мышц поясницы и спины, так как данное упражнение, помимо всего, является еще и проверкой, насколько крепкая и мощная ваша спина. Почему? Вы не поймете, пока не начнете делать данное упражнение. Как только начнете его выполнять, сразу прочувствуете. Сегодня мы будем говорить о том, как грамотно и, главное, безопасно выполнять жим штанги стоя, непосредственно для полноценной проработки дельтоидов, в простонародье плеч. Жим штанги стоя – важное упражнение для развития плеч. Мы не будем здесь говорить об анатомии и строении дельтовидной мышцы, но вы все прекрасно знаете, что она состоит из трех пучков, и данное движение затрагивает все три пучка. Хотя многие считают, что задний пучок здесь не работает, я все же считаю, что и он получает определенную нагрузку, пусть и небольшую. Большую часть нагрузки делят между собой передний и средний пучки. Это зависит от положения локтей относительно тела. Поскольку локти движутся из положения ниже уровня плеч до положения выше головы, дельтоид работает в полную силу. Это одно из немногих упражнений, полностью включающая в работу дельтовидную мышцу от начала и до конца движения. При выполнении данного упражнения не стоит прибегать к излишне тяжелым весам и опускаться ниже 6 повторений, чтобы не навредить суставам. А вы знаете, что плечевой сустав самый подвижный, по причине чего самый подверженный травмам. Также излишний вес будет нарушать технику движения, снимая нагрузку с целевых мышц и увеличивать риск травмирования поясничного и грудного отдела позвоночника. Оставайтесь в диапазоне 7-12 повторений, что будет гарантировать идеальную проработку дельт. Повторюсь, при прогибе спины из-за чрезмерного отягощения многократно возрастает нагрузка на межпозвоночные диски, что может привести к травме. Необходимо на протяжении всего движения постоянно контролировать положение спины. Многие любят делать это упражнение сидя, но на самом деле так легче спине, которая, получая опору, включает в работу большую грудную мышцу и нагрузка съезжает с дельт. Не стоит выполнять данное упражнение, опуская гриф за голову. Это никак не улучшит воздействие на дельтоиды, но многократно возрастает риск травмирования плечевого сустава. Техника выполнения. Снятие штанги со стоек и положение рук. Установите стопоры на таком уровне, как будто хотите выполнять фронтальные приседания, когда штанга удерживается на груди. Это идеальное и самое безопасное положение для начала движения. Запомните как правило, чем более комфортно снимать снаряд со стоек, чтобы принять стартовую позицию, и чем более комфортно возвращать его обратно после завершения подхода, тем более безопасно это для вашего здоровья. Ширина хвата должна быть на ширине плеч, либо чуть шире, но так, чтобы локти в нижней позиции смотрели строго вниз, а предплечья были параллельны друг другу и перпендикулярны полу. Если вы возьметесь слишком широко, то не сможете работать с серьезными весами и переместите работу на грудные мышцы. Узкая постановка рук
переместит нагрузку на трицепсы и заставит выезжать локти вперед. Чем уже хват, тем сильнее включаются в работу трицепсы. Чем шире хват, тем больше подключается к работе грудная мышца. Самая оптимальная ширина хвата – это залог того, что ваши дельты получат максимальную нагрузку во время выполнения упражнения. Положение головы, шеи и направление взгляда. Чтобы шея при выполнении упражнения была прямым продолжением позвоночника, не запрокидывайте голову назад и не наклоняйте ее вперед. Взгляд должен быть направлен всегда вперед и немного вверх, и ни в коем случае не на гриф. Если вы будете следить во время движения за грифом, это повлечет нарушение техники, запрокидывание и наклон головы, а также потерю равновесия. Стартовое положение и амплитуда движения. После того, как вы сняли штангу со стоек и сделали полушаг назад или вперед, в зависимости от вашего положения относительно стоек, необходимо, сделав вдох, поднять гриф штанги до уровня кончика носа. Это то положение, которое позволит вам, работая с тяжелыми весами, не перерастягивать суставную сумку плечевого сустава и убережет от проблем и травм в дальнейшем. Я настоятельно рекомендую вам обратить на это особое внимание и не опускать гриф ниже уровня ушей на протяжении всего движения. Ноги должны стоять в удобной для удержания равновесия стойке, лучше всего чуть шире плеч. Когда вы снимаете штангу с упоров, делайте это так же, как и во время приседаний, встав обеими ногами под штангу, а не выставив одну из ног вперед. Это гораздо безопаснее для позвоночника, комфортнее для вас, так как легче удерживать равновесие. Коленки во время движения всегда держите слегка согнутыми. В верхней точке движения не стоит распрямлять руки в локтевых суставах, как это делает большинство из-за того, что используют чрезмерные веса. Это снимает нагрузку с дельт, перенося на трицепсы, чего нам с вами не нужно. Запомните очередное правило. Когда вы работаете в жимовых движениях на грудные мышцы или дельтоиды, никогда не распрямляйте локти в верхней позиции. Это будет снимать нагрузку с целевых мышц и переносить ее на трицепсы. А что еще важно, это будет переносить нагрузку на сустав, снимая работу с целевой мышцы и перегружая суставы. Этого правила следует придерживаться всегда, за исключением тех случаев, когда вы работаете на силу. Выполнение движения. Сделав хороший вдох, на выдохе начните жать штангу вверх. Не до полного распрямления рук, как говорилось выше. В верхней точке амплитуды штанга должна находиться точно над вашей головой. Для чего можно и нужно слегка подавать корпус вперед. На вдохе опускаем штангу по той же траектории вниз, до уровня ушей, не ниже. После секундной паузы повторяем движение вверх, заданное количество повторений. Следите за тем, чтобы ваше тело и руки находились как бы в одной плоскости. Для этого представьте, что вы зажаты между двух стен. Это поможет держать локти строго вниз на протяжении всего движения и будет залогом его правильности и эффективности. Именно так следует поступать и в подтягиваниях, если вы хотите, чтобы нагрузка попадала точно в широчайшие мышцы. Ни в коем случае не следует отклоняться назад в момент, когда вы будете сжать штангу вверх. Это перенесет нагрузку на грудные мышцы, но что хуже, грозит травмами позвоночника. Что и происходило во время данного движения, когда оно было включено в тяжелоатлетическое троеборье. Потом его оттуда убрали. Наоборот, как уже говорилось выше, следует слегка подавать корпус вперед.
Как я говорил выше, ноги во время движения всегда слегка согнуты, и вы как бы пружините ими, снимая, облегчая работу с позвоночника. Но не вздумайте делать выталкивание ногами, создавая силу инерции на старте движения. Это совсем другое упражнение. В тяжелой атлетике не зря убрали жим стоя, я вам уже об этом говорил, из программы соревнований. Ибо уследить и заметить разницу между малейшим толчком и чистым жимом очень сложно. Только вы сами можете это контролировать. Также причина исключения данного движения из соревновательной программы тяжелой атлетики стало частое травмирование спортсменов из-за огромных весов. Им приходилось сильно отклоняться назад, а дальше вы сами все понимаете. Не превращайте движение в толчок или швунг. Это снизит вашу отдачу от упражнения. Лучше уменьшите ваше эго и поработайте на дельты целенаправленно и концентрированно. А время для толчков и швунгов еще придет. Окончание движения и возврат штанги на стойке. После того, как вы выполните заданное количество повторений, опустите гриф на грудные мышцы, как при фронтальных приседаниях. Подойдите под упоры, а вы не должны далеко от них отходить, и плавно опустите штангу на стойке, присев. При этом обе ноги должны быть под штангой, как и в начале движения, во время съема. Ни в коем случае никогда не выставляйте одну ногу вперед. Никогда, ни в каких упражнениях. Это чревато травмой. Вот все, что касается безопасной и грамотной техники выполнения жима штанги стоя. Или, как его еще называют, армейского жима. А сейчас важный бонус для тех, кто занимается пауэрлифтингом. Двукратный чемпион мира Юра покажет вам отличие жима стоя от нашего бодибилдерского, как делают пауэрлифтеры. И в конце скажет, почему и для чего это делается. Не покажу. Только еще. Обратите внимание, Юра опускает штангу до груди, касаясь практически грифом, и выжимает ее вверх на полные выпрямленные руки в локтях, вставляя спину и выпячивая грудь вперед. Для чего он это делает, он сейчас вам сам скажет. В отличие от бодибилдинга, в пауэрлифтинге мы опускаем, как уже было сказано, грудь до касания. Штангу до касания груди, делается это для того, чтобы задействовать верх груди и передние пучки дельт, которые нам необходимы при срыве штанги груди во время жима лежа для их проработки. Я так понимаю, это делается именно для того и для тех, у кого проблемы со срывом штанги с груди, да, грубо говоря, на старте движения. Да, все верно. Еще пару важных советов. Перед тем, как начать делать данное движение и после кардиоразминки, необходимо сделать специальную разминку на дельты. Но из-за безграмотности инструкторов многие умудряются получить травму во время разминки. А все потому, что, как уже говорилось выше, плечевой сустав самый подвижный, что делает его наиболее уязвимым и легко травмируемым. Даже от обычных резких махов, круговых движений может произойти предпосылка к травме. Поэтому делайте вращательные движения для разминки без рывков и как можно плавнее. Также перед жимом, стоя, разомните кистевые и локтевые суставы. Вытянув руки в стороны, разомните круговыми движениями кисти, а затем локтевые суставы в одну и в другую стороны. Обязательно пользуйтесь замками в каждом подходе, независимо от того, какой вес штанги, ибо любое смещение диска с любого его конца приведет к перекосу вашего тела
и может навредить вашему здоровью, как плечевым суставам, так и позвоночнику. Выполняя данное движение, не прогибайте излишний поясничный отдел позвоночника. Старайтесь держать позвоночный столб максимально в естественном положении. Во время движения лопатки держите сведенными вместе, как и при всех жимовых движениях, для грудных мышц тоже. Для чего это нужно? Во-первых, мы убираем движение самого плечевого сустава. Во-вторых, это предотвращает от травм. У меня, как вы знаете, есть травма плеча, суставная сумка не совсем держит сустав. И даже если я свожу лопатки, слегка сохраняется риск травмирования. Именно из-за того, что сустав ходит во время движения. Поэтому я настоятельно рекомендую, контролируйте себя. Перед тем, как начать выполнять любое жимовое движение, проверьте, достаточно ли сведены ваши лопатки вместе. Если во время данного движения слегка вывести локти вперед, то нагрузка сместится больше на передний пучок. Но мы получаем достаточно нагрузки на данный пучок, выполняя любые жимы для грудных мышц. Именно поэтому я рекомендую максимально четко следовать технике движения, когда локти четко по сторонам туловища и смотрят вниз, а вся проекция тела и рук как бы находится в одной плоскости, зажатая между двумя стенами. Это позволяет более целенаправленно прорабатывать именно средний пучок дельт. Большинство травм возникают из-за растяжения сухожилий дельтовидных мышц. Сами мышцы повреждаются крайне редко, но носят серьезный характер, возникая по большей степени из-за неправильной техники выполнения упражнения или, что гораздо опаснее, вследствие продолжительного трения структур в суставных капсулах при нагрузках. Поэтому никогда не растягивайтесь между подходами и упражнениями. Никакие мышечные группы, особенно при тренинге дельт, это может нанести серьезную травму в момент выполнения самого упражнения. После тренировки очень дозированно растягивайте дельты, как и вечером перед сном. Исходя из вышесказанного, безопаснее выполнять жим штанги со слегка выведенными вперед локтями, но тогда нагрузка будет больше в переднем пучке, я уже говорил об этом. Поэтому находите для себя самый комфортный и, как следствие, безопасный вариант движения. А уже потом думайте о том, какой пучок дельты нагружаете. После данного движения полезно будет сделать упражнение отведения гантелей в стороны. Но здесь находите для себя варианты движения, который не вызывает ни малейшего дискомфорта в плечевом суставе. Многие понимают, о чем я говорю. О данном движении у меня есть отдельная статья и видео. Изучите. Что касается заднего пучка, то я советую тренировать его в день тренировки спины. Чтобы избежать спазм или судорог малой круглой мышцы и подносной, применяйте на постоянной основе массаж ручной или вибромассажером, а также электростимуляцию. Я сниму об этом отдельный видеоролик. Если хотите избегать травм, относитесь к этому очень серьезно. Какое упражнение на дельты вы бы ни делали, всегда следите за тем, чтобы оно не вызывало ни малейшего дискомфорта, трения или боли в суставе. Для этого необходимо найти такую траекторию движения, при которой нагрузка будет равномерно распределяться по всем плечевым мышцам. Если этого достичь не получается, то лучше отказаться от данного движения вовсе. Скоро я сделаю видеоролик на данную тему и советую вам его посмотреть, ибо в нем я покажу специальные упражнения для плечевых суставов, которые будут как профилактикой, так и тестом на здоровье ваших суставов. Сегодня покажу одно движение, которым советую начинать и заканчивать тренировку.
заразиться техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!